Буквально 16 часов назад здесь бушевала стихия. Пожару присвоен повышенный номер сложности. Возгорание началось примерно здесь. Дальше пламя перекинулось за забор на предприятие, где освоен выпуск современной тары. Заходить на территорию нам запретили. К слову, сейчас там работает руководство, спецслужбы, охрана. Однако никто из присутствующих давать комментарий нам на камеру не согласился. Предприятие, которое так ответственно охраняет, остров Джуз. Оно специализируется на производстве стекла, пластмассовых изделий для упаковки товаров и других направлениях, среди которых обработка и утилизация опасных отходов. Все вроде бы законно, к тому же получена лицензия на эксплуатацию пожароопасных производственных объектов. Как заявлено, все меры безопасности соблюдены. МЧС причастность предприятия к ЧП тоже не зафиксировала. По информации ведомства, пожар возник на территории ГСК «Двигатель». В момент прибытия первого пожарно-спасательного подразделения в 15 часов 56 минут наблюдалось горение деревянных поддонов и поликарбонат пластикового хранящегося в штабелях. Пожару был присвоен повышенный номер сложности. В 16:46 пожар локализован. Погибших и пострадавших нет. Для ликвидации пожара подключили почти 50 человек и 12 единиц техники. Полностью справиться с открытым горением удалось в 17:20. Очевидцы успели зафиксировать на камеру черные клубы дыма, разлетающиеся по всей округе. На кадрах с воздуха видно, гаражный комплекс остался вне власти огня. За торговым центром «Звезда» горят склады. Скорее всего, склады с какой-то химией. Который уже второй час пытается потушить, но пока безуспешно. Огонь был очень высоко, и черный дым тоже был. Мне начали сразу все звонить, у вас там рядом, где это, что горит. Я говорю, да я сама еще не поняла, что горит. Но в какие-то моменты, когда ветер менялся, было страшновато даже дома. Заместитель владельца ГСК «Двигатель» разговаривать с нами на камеру отказался. Сказал лишь о том, что все обвинения в наш адрес ложные. Владельцы гаражей в один голос твердят. Тревогу подняли, люди побежали проверять свои машины, а по факту горело и вовсе не у нас. На момент нашего приезда сотрудники МЧС уточняли детали возгорания, проводили замеры, фиксировали данные. Делиться полученной информацией с нами не стали. Иначе выходит спорная ситуация. Место возгорания – гараж. Комплекс, а работа ведется на территории предприятия «Остров Джуз». Александра Никитина, Юрий Ломатов, Управда ТВ.